Я гуляла в центре города, и вдруг ко мне подошел мужчина, высокостатусный, он был очень хорошо одет, у него была рубашка в брионе. Мы начали общаться, сразу обменялись номерами телефона. После этого мы продолжали идти, общаться, и вдруг я почувствовала, что у меня болит нога, потому что мне натерли босоножки, и у меня там появилась мозоль. И я ему даю понять, что вот мы сейчас проходим ЦУМ, давай зайдем и купим мне обувь. Но вместо этого он говорит: давай мы лучше сядем в кафе и посидим, пообщаемся. Как вы думаете, какая реакция у меня была? Это риторический вопрос, потому что, конечно же, я сразу же ушла. Люди так устроены, что на первых встречах, наоборот, мы хотим на друг друга произвести самое яркое впечатление, самое приятное. И если на первом свидании он отказывает, то что же будет потом? Но дальше больше. Он еще осмелился позвонить мне и предлагал встретиться, на что я просто категорически его заблокировала, и все. Привет! Вот она говорит, первое свидание очень важно, чтобы первое впечатление произвести и все такое. Только вот почему-то она не задумывается о том, что какое она первое впечатление производит. Какой-то попрошайки. Женщина, которая не умеет выбирать себе обувь. Ну и просто, в принципе, такой сколочный и помешанный на деньгах бабёнки.